Есть вид спорта в России у нас. Городошным его называют. Городки и Урал, и Кавказ, и Москва, и Находка играют. Древнерусская эта игра, молодецкая наша забава. С ней дружили солдаты Петра. Есть в ней отблеск суворовской славы. Шли с дубинами в бой мужики, и врагов как косою косило. В этой славной игре городки наша русская удаль и сила. Спорт любому доступный вполне, он по праву народным зовется. И в России, великой стране, городошников много найдется. Парни сажень касая в плечах, инженеры, врачи, сталевары, все они в городошных боях. Мастера плечевого удара очарованы этой игрой. Говорим мы без всякой бравады, нет в мире фигуры такой, чтоб не выбили мы, если надо. Городки, 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 наша русская удаль и сила, наша русская удаль и сила.